Всем привет, ребята! И сейчас вы увидите официальное видео на песню «Вишневый снюс», которую вы так сильно любите. Но прежде чем мы начнем, ребята, очень важная новость для вас. Очень много подписчиков в комментариях спорили, будет ли ЕГЭ или все же его не будет. И вот недавно государство сообщило о том, что экзамены начнутся с 29 июня. И, наверное, многие из вас уже успели расслабиться и совсем забыть о подготовке к ЕГЭ. А ведь есть такие предметы, которые просто невозможно сдать без особой подготовки. Например, очень сложный экзамен ЕГЭ по истории. Я сама несколько лет назад сдавала ЕГЭ по истории, и я чуть не провалилась на этом экзамене, потому что еще тогда не было классных специалистов, которые бы могли рассказать о секретных уловках, спрятанных в заданиях. Но сейчас совсем другое время, и, например, моя лучшая подруга сейчас заканчивает 11 класс и готовится к ЕГЭ по истории с Элли Смит. Она подробно разбирает каждое задание из экзамена, а также проводит интенсивную подготовку. И недавно она запустила новый недельный курс Refresh, который включает в себя разбор всех типов заданий, а также лайфхаки по их решению, консультацию с экспертами и даже индивидуальную проверку твоих работ. Этот курс отлично подойдет для тех, кто готовился весь год и просто хочет повторить материал, и для тех, кто вообще не готовился и хочет отлично сдать. Так что, если ты хочешь освоить всю школьную программу по истории всего за неделю, тогда спускайся вниз и переходи по ссылке в описании, пиши в сообщение группу мой промокод BABY, и тогда ты получишь скидку 10%. Приятного просмотра! Ты весь в отца, что отсидел, ночной кошмар учителей, Фред Перри, патч и камуфляж всех одноклассниц моих краш. Я не забуду никогда, гулял с братвой ты допоздна, спортивки и футбол твой рай, в глазах огонь, во рту колдрай. И тот морозный день, забив кровь школы смех, ты дал пизды им всем, твой взгляд застыл на мне. Во снах мечтала я, как губ твоих коснусь, но наш первый поцелуй горький, как вишневый снюс. Вишневый снюс, вишневый рай, поцеловались как бы невзначай. И я скажу тебе, но не при всех, тебя люблю, это мой секрет. Ты смотришь на нее так сладко, твоя принцесса, твоя девятка. Прошу мою любовь измерь, навряд ли хватит.